клиентки, это Коконы, или что это? Это ты? Давайте я вам так скажу. Ты, да, чё? Это сухарики. Понял. По идее, да, буквально 2 часа назад должен быть там изнутри сыром. Но, все идеи хорошие приходят в процессе. Я когда запек для коктейля, думал, ага, а если гость любит тыкву, начнет варить ложкой, соус выйдет на сырой рис. Сырой рис есть нельзя, а сухарики можно. Сухарики с соусом. Это будет новая фишка. Новая меню. Сухарики с соусом. Да, а крышечку с тыквы, так, попечённую. Тем более скоро уже Хэллоуин, да? Тыква. Сейчас тыква идет. Почему бы ее не использовать? Смотрите. Последнее воскресенье. Да, мы, кстати, какую-то вечеринку тут делаем. Хэллоуин, но не знаю. Смотрите, какая рыба туда будет ходить? Это у нас наш сарган местный. Место может быть там чуть-чуть дальше. Можно там все большое. Это сарган. Мы его просто порезали. Это сарган. Это в том-ям будет сарган, да, эти? Да. В том-ям. Это суп с креветками, правильно? Ну. Основной ингредиент будет креветки. Бывает и курица, бывает и чупачка. Банха, да, тогда идет курица. А сейчас креветки. Креветки кедровые. Рапан. Местный продукт. Живые мидии, также местные. Это живая мидия, ребятки, вот приносят, то есть классная, живая, вкусная, сочная. И немножко трески. Мы добавим немного трески, треске. Это дикая рыба. Ее искусственно не наращивают, поэтому я ее сейчас проповедую. Треска — прикольный продукт. Это раз. Ну, начнем, да? Начнем готовить. Что туда будет ходить? Да, что я знаю. Коктейль там будет. У нас будет... Ну, ничего, потом поставим. Ну, ладно, поставим. Это ваш такой уже какой-то бомба получается. Будет у нас сезонная цветная капуста. Тыква. Потому что как бы логично, блюдо тыкви. А бульон, что будет бульон-то? Бульон на основе рыбы, трески и сальгана. Вы уже его сделали. Добавление панцири, креветки. Выпаривали, да? Да, выпарили, густой бульон получился. Включаем всю историю, варим. Закладываем, он горяченький, бульон. Закладываем сначала тыкву. Через 5 минут добавим туда цветную капусту. Будет история эта густая. Густая такая, наваристая, вкусная. Тыква нарезали кубиком. Тыква сейчас, в принципе, ее научились кушать. Готовим с лаймом. Вот в данный момент мы будем готовить с кипятком, молоком и лаймом. Тогда вкусно. Просто тыква не вкусно. Ну, может, кому-то нравится. Один мальчик высокий. Вот, варим нашу тыкву, затем добавим цветную капусту и понемногу добавлять будем морепродукты. Первое пойдет треска, креветки, мидии, сарган, креветки, мидии и рапан. Рапан мы его готовили сначала на низкой температуре, чтобы он был мягкий. Вакуум на низкой температуре, он очень мягкий. Обычно, когда взяли рапан и приготовили, передержали немножко, он становится очень жестким. Все боятся. Жесткий рапан. Нет. А почему его рапана называют? Рапана, да. А, в конце. Ну, мне не нравится это. Вообще как-то не по-русски. Не женского рода. Ну, не рапан. По-кетчинскому. Да, не по-нашему. Слушай, мы не знаем, да, как рапан называется. Рапан, и все. Рапан, гордый знак. Рапан мы готовим в вакууме. Ну, очищаем, промываем, ремонтируем. Мы же местные. Да? Нет, рапан. Он нет, а рапан, да. Рапан местный, да. Рапан хорошего качества, прям мне очень нравится, он горит супер рапан. Вот. Местное, мега супер крутой продукт, мидия, вообще офигенно. Такие мидии, как кирчи, мало где есть.
Направо. Не вкусно, правее, волшебно. Ну и сарган, конечно же, вообще волшебная рыба. Мне нравится почему. Я хотел филе разделить, но нет. Костями будет? С косточкой. Он же богатый фосфором. Вот, именно из-за этого начал как перестал удалять мясо. Потому что это зеленая косточка внутри, фишка такая. Когда друзья приезжают, до работы, что это? Хорошая рыбка, она и красивая, на самом деле, очень все нравится. Так, мы добавили пасту из белонграсса, там целый набор. Ну, короче, концентрат специальный, да? То есть много-много всего другого, смешанного в пасту, пережарили с луком и томатами. То есть вот это вот получилась ароматная паста. Вообще, да. Свежие томаты, жареный лук, чеснок и паста с галагана, лемонграсса, имбиря. Это все историю пережарили, а оно будет не сильно острое. Тайцы бы приготовили такое прям. Вот бросают. Мы приготовим, что это можно вкусно кушать. Вот. Добавить кокосовое молоко. Классное кокосовое молоко. Будут наливать, получается, пиццу, да? И при подаче дадим, конечно, лайм. Вот такой стоит. Пару лаймов выжмем блюдо. И при подаче дадим лайм. Вот. Тут все, что даст навар. Ракушка дает крутой навар. Прям раковина самая интересный вкус. Тут набор такой сумасшедший. Просто сумасшедший набор, который вам очень понравится. Да. Все, наша история закипела. Я добавлю цветную капусту. Цветная капуста, почему? Сейчас сезон. Сезон, цветная капуста, это вкусная, классная. И когда цветную капусту готовить с чем-то, с каким-то морепродуктом, оно очень похоже. Она впитывает. Впитывает, да. На что похоже становится? А? На что похоже? На что добавляешь? Куда я добавляю? Допустим, если готовишь ее с гребешком, оно будет похоже на гребешок. Если с тропаном, будет вкус питает тропан. Да? Да. Очень вкусно. Ну, вы сами знаете, когда у нас фляри приготовлены, очень похоже на рыбу. На рыбу очень похоже. Так, добавляем. Это как красивенько. Покушал бульон, да? Да, добавляем бульон. Затем, сейчас закипит, и сразу начну добавлять морепродукты. Потеряли, обратно, бекон, прикинь. Добавляем морепродукты. Самый последний. Саржан, пошла. Оп. Какие будут нам надо будет? Я постановлю. Все. Очень хорошо. Ну, есть такая. Ракушка смотрите, заложил рыбу, начинает закипать, вторую рыбу и поехали дальше. Хорошо? Мало ли там гастроужин. Я приехал как-то в Череповец. У нас шеф-тейбл сегодня. Что мне понравилось, а там много интересных вещей. Да, рыбу вообще не очень.
Есть череповец, а рыбу не очень? Ну да, они такие. А где это вообще? На севере. Потому что у них нет берега. Севернее Питера. 700 километров от Москвы. Еще севернее. Ну, понятно, у них есть. Ну, просто перемерили. Там где-то Финляндия, мне кажется. Там далеко, да. Да. Они, ну, все, ну, что там где-то, далеко. Для нас это главная тусовка. Мы пришли, рыбу не едим, вот так. Послушали. Приди, послушали. А нам такие штуки нужны? Если вам надо зарядить, да, то вам нужны тут 4 есть штуки. Что за страшное штука? Это корма. Что это? А, это нет? Я надеюсь. Ну, человек через день сюда ходит, он знает, где есть корма. Я же тебе говорю, что мы увидели меня один раз. Да? Да. Только там, где про бухло еще рассказывали. Ага, ну возможно, да. 100%. В прошлом году, скорее всего. Да. О, классно, молодцы вообще. Это что, местное, не знаю. Это ж наш. Мы так, пока плавали, пару плавки накидали парапанов, до берега доплыли. Ни разу, ни разу не встречал. Мне все рассказывают, вот мы там наловили, ни разу не встречал. Его ж не ловят, его собирают. Он же лежит себе, отдыхает на солнце. Он влазит? На дне. Ходишь, собираешь. А ты по ну такая ходишь такая, да? А если ты значит, не, не себе. Да, в море ураганы, да. Кто рядом, там мы собираемся, пусть он идет по дну, да, я могу его. Ко дну пойдет. Сейчас выше этаж повар. Рукой прям. Опа. Сделай. На провокации не видит. Абсолютно. Пахнет уже классно. Я думала, вы с этой после первого блюда. Все как. Первое закупил. Переходим к третьему блюду, да? Поставьте отметку запаху, да, оценку запаху. Оттуда оценки еще? А я еще не знала. А вот она целая. Что они себе позволяют? Они хотят собрать наши предпочтения, а не оценки блюда именно. А так, все, я лайм достал. Лайм достал. Я спокойно. Да, лайм достал. Вот горчик не будет. Затем. Посмотрите, какая красота. Красота. Сейчас я добавлю немного соевого соуса, это вместо соли, и добавлю кокосового молока. Ставлю сотейники, там же будут готовить рыбу, креветки, нашу пасту, что уже всю историю будем раскладывать, нашу тыкву. Конечно, самое интересное. Так вы все вкусное пробуете, вам только завидовать надо. Знаете, но мы довели там издалека, на какие-то сходы. Это, что хотел сказать, на днях интересную историю расскажу. С цигарковой машины подходит бомж, такой, парни, дайте денег, я тоже хочу 3 раза в день покушать, а я был с коллегой. Кому давай смеяться, мы 3 раза в день не кушаем, потому что реально на работе, позавтракал и, может быть, поужинал. То есть, так и есть. Да, а этот чувак хочет 3 раза в день кушать. Он еще лучше, чем уже. Ну, да пока готовишь, наешься запахов так, что кушать потом не хочется. Ага. Да. Если бы он завтракал тем, чем завтракал тебе. Так, хорошо. У вас суп готов до 75%. Сейчас будет он красивый, вкусный, ароматный.
добавляем кокосовое молоко. Кокосовое молоко. Пенка это белок, да, который может осесть в процессе варки, в процессе варки. Но как суп готовится очень быстро, не суп, а коктейль, мы берем его в первую смывать. А почему коктейль? Почему коктейль? Потому что он был густой. Не суп. Густой. То есть там будет большой набор морепродуктов, мы называем коктейль. Не у всех, даже не у всех. Коктейль не свой, коктейль бывает разный. То есть несколько разных... Таким как булгуровки, какой-то макароны теперь. Нет, это как булгур, ну, короче, это макароны. Так, смотрите. Титим. Все, наши морепродукты подготовлены. Добавляем соевый соус. Он усиливает вкус. Добавляю кокосовое молоко. Смотрим. Это немного. И в принципе, начнем готовить вторую часть нашего блюда. Кокосовое молоко запустили? Нет. А там нечего пустить. Ну, дорогое. Аромат кокоса чувствуется? Раскрылся, нет? Пока рыба, пока рыба. Рыба приятна ли? Рыба? Нет, рыба. Ну, уха. Пока что кокоса не чувствуется. Пока кокоса не чувствуется. Если вы не чувствуете запахи, это странно. Разогревайся, кинь. Двух словах правильно, как приготовим мидию. Пожалуйста, регулярно. Отключена, можно готовить. А что, батарея? Как правильно готовить мидию? Будет огонь открытый? Разогреваем. Добавляем туда чеснок, ну, мы сейчас не готовим, вот так. Добавляем туда чеснок и хорошо разогреваем. Засыпаем мидии, они раскрываются, пускай свой суп, это самое лучшее. Выдавили в конце сок лимона, щепотка соли, это самое лучшее мидии. Кто любит лимон, добавили лимон. Мама! Она должна была заключать. Так еще вариант. Может масло не разогревать. Ты предлагаешь за Митю включать? Да. Очень целые дольки, да, кидать? Да, потом его достать. Так, потом доставка на горе. Открываться в мидии, пустим свой сок. Кстати, по этой причине мы обжарили отдельно лук. Ну, поэтому. Просто если бы мы жарили бы при вас лук, это было бы просто прям серьезно. Глаза были бы красные все. Во-первых, шатебл. А, кстати, при высокой температуре, да, вот я хорошо разогрел масло. Мидии мгновенно раскрываются и впускают сок. А вот и оно сейчас нас польет. Ничего, сейчас... Да, здесь нет поливала. Вот, мгновенно много сока, это не только сок, это еще вкус. Это же водичка, которая в них была, это же море. Да, морская водичка. Но это уже как готовое блюдо, их уже можно кушать, да? Можно уже кушать, да. Я люблю сухие мидии. Если добавить соль, это кому-то интересно.
так желаем. Можно уже. Где принести? Добавляем креветку. Добавляем и нашу пасту. Смаковую вино от рыбы. Любое это наше. Немножко не расправлю рыбу. Добавляем нашу пасту, сейчас перемешаем. Вот такой вот красивый букет получается. Очень красиво. Бомбей, да? Поэтому коктейль. Сейчас мы сейчас хорошо. Добавляем нашу пасту. Тут есть все. Чили, галага, лимонграсс. Много других компонентов. Лимонная сорга. Сорга, трава лимонная. Она растет как камыш, похоже. Лимонная тоже. Мы сразу поняли. Так. Секундочку, я попытаюсь объяснить. Лимонная сорга, трава, похожа на камыш, с ярко выраженным лимонным вкусом. Зачем я это делаю? Сейчас эту всю историю пожалею. Будет просто вкусно, ароматно. Еще плюс, чего шампе был набрал у себя там гастролог. Я не проповедую, что он гастролог был такого. Потому что вы видите вот эти все вкусняшки, как происходят у вас. А когда это все происходит на кухне, это не так интересно. Посмотри, какая просто космос, да? Открылась? Открылась, конечно. Сразу, да. Дальше он говорит, винишко сухого. Да. Да? Может, она там уже есть? Вот это вот зажарочка, вот просто... Да, томатик с мяришкой. Могу ли это только на мне, тебе пахнет вкусно очень. Лучше в меню, да? Да что там это? Какая жизнь там? Ну, тут уже открыли дверь. Начинаем это все вещи наши жени. Кстати, очень красиво кипит, можете снять свои желания. Потому что через 2 минуты. Что вы сделаете? Лимон? Добавлю немного кокосового молока. Интересные бобы. Я вам супер-пупер интересно. Почему именно кокосовый?